Прибрались на десятки тысяч рублей. Видео с последствиями необычной аварии прислали нам в редакцию. Виновниками в ней стали коммунальщики. В Абакане на улице Ленинского комсомола сотрудники спецавтобазы ЖКХ собирали мусор в ковш трактора. Неожиданно для водителя педаль сцепления заела, и неуправляемая спецтехника въехала в припаркованную рядом Ниву «Шевроле» и толкнула ее в стоящее впереди дерево. Из людей никто не пострадал, а ущерб в этом случае погасит страховка. Правда, владельцу отечественного внедорожника придется восстанавливать сразу две стороны, чтобы разъехаться, участникам ДТП потребовалась помощь.